Мега-дискаунтер. 1500 квадратов красоты и уюта. Действуют оптовые цены. Все для сада, дома и коттеджа. Огромный выбор цветов и комнатных растений. 2-680-300. 2-680-300. Астрологический прогноз на 7 мая 2017 года. Это воскресенье, 12-й лунный день, Луна находится в знаке Весы. День хорош для улучшения отношений, любых союзов и договоров. Хорошо начинать достойные дела, от которых вы ждете долгосрочных результатов. Ношение новой одежды привлечет к вам деньги. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для встреч, поездок и покупок. Ожидайте интересных встреч и предложений. Благоприятно участвовать в культурно-развлекательных мероприятиях. Хорошо проводить время на природе. Рекомендуется прислушаться к услышанным советам. Знаки Земли. Телец, Дева и Козерог. День хороший для решения финансовых вопросов. Возможно, получение денег. Возможно, удачные покупки. День способствует размеренной, хорошо продуманной, запланированной деятельности. Удачными будут оздоровительные мероприятия. Знаки воздуха. Близнецы, Весы и Водолей. День принесет удачу в личных делах. Возможно, события, которые привлекут к вам уважение людей и широкую известность. Не упустите возможности сделать доброе дело. Благоприятные расходы на любимых людей и на праздник. Знаки воды. Рак, скорпион и рыбы. Ожидайте хороших событий в доме и в родне. Возможно, значительные покупки. Возможно, получение заработанных денег. День хорош для тихих душевных встреч и бесед с близкими людьми. Хорошо в этот день посетить храм. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.